У нас сегодня знаменательный день. Магнитогорский литейно-штамповочный завод нам захреначил гантелю для Кати специально. И мы с этой гантелей теперь будем готовиться к мировому рекорду. Вот 45 килограмм уже кидаем с новой гантелькой. Григорию Шевченко, директору завода, отдельное спасибо. Аккуратненько. Нет размера. Катюха, привет передавай Грише. Спасибо. Катюха тоже. Экипировочного жима. Дима первый раз сегодня попробует. Маечку. Все, залезла? Ну, по-моему, залезла. Пойдем пробовать. Так, тебе вес надо поставить. 130. Десяточки сверху еще накидай. Андрюх, пойдем. Андрюха, пойдем поможешь. Катя, пойдем подержи доску. Палочку. 130. Ну, он на 10 закончил, на 5 раз. Десятку. Давай сначала на ребро ее возьми, на всех. Не торопись, поспокойней. Локти поджимай. Андрюха, не расслабляй руки. Положи. Могу. На голову. Хорош, все. Ну что? Не пугай его, не кричи так громко, то есть пугается сейчас. Под лавку рванет. А что там? А что он там навесил? 80? 280, давай. Давай, Серега. Я фиксирую, если ты облажаешься. Мощно. Давай! А чё на раз-то я не понял? Давай, тяжело пусть. А говоришь, не помогает мне там. Он натурал же. Да ладно, все. Все уже знают. Я не могу сказать. Зуб продевать, я сейчас такой хилечка. 120 килограммовый камень, а я 105. Сейчас через пару минут 140 уже будет. Ну вот, 140, 150, уже на 160 идем. Страха нет, но его как техники, конечно, еще нет. Хорошо, бросаешь. Последний, да? Да, ну, сейчас объясню. Есть смысл засесть? Он уже засал, бай. Не, он... Сбоку, он и на 280 уже ссал, я тебе хочу сказать. Давай встанем сбоку. Ну, как бы встанем, но не помогаем. Да, вообще не помогаем. Пусть почувствует, блядь, ну, что такое товарищеская взаимопомощь. Ну, вот так-то стоим. Пусть мёд. Короче, Серега кое-как пердячим паром 280 пожал, а теперь решил 300. Давай, давай, Андрюх, сейчас у тебя есть возможность вспомнить все. Кот, давай нахуй уже, а? Хорош там нанюхивать, нализывать. Ну... Не, он позовет, и блядь, минут 20 ходит, тут груди, сука, нарезает. Че мутики такие, блядь, у нас, блядь, тренировочный процесс. Вася, бери, команда. Давай, у тебя есть возможность команда, мытика, нам доказать. Встань с той стороны. Еще, слышь, доску переверни, блядь, а то он умрет. Просто, блядь, команда, молодости нашей. Ты не зажми там у него. Давай. Давай.
крайник подходит на 180 для первого маечного дня. Достаточно будет 140, 150, 160, 170, 180. Не бросай, хорошо на голову уводи. Так, вот, видишь, как хорошо полетело сразу. Куда пускаешь? В одну и ту же точку, но не наработана еще. Конечно, плюхаешь. И последний, крайний. Все, хорош, забирай. Так-то здоровье есть, просто теряешься немножко. Андрюх, сними, пожалуйста, его майку. Я посмотрю, есть у него там порезики, как она у него там работает. Майку сними. И садись на колено на одно. Ага. Ну, отлично, снимай. Хорошо. Прямо она тебе как раз. Не сильно не порезанная, такие больше вмятины. Царапинки. Нормально все. Все, раздевайся. А? Не, нормально все. Нормально. Он чуть-чуть разобьет ее еще сам. Все, покажи ему, Андрей, как снимать. Он коленом в эту упрись. Вот сюда, на лавочку. Вот он, кайф, да? Я присылаю вам, хватая, я за здоровое питание.